Доброе утро, дорогие друзья. Извините, немножко задержались сегодня. Просто у нас такая страна, каждый вечер то переворот, то еще что-нибудь, то захватывает нас. Поэтому очень поздно приехал. Еще раз прошу прощения. Плюс Ханука, мы немножко потом к Равину заехали, поэтому все хорошо. Вы знаете, сегодня, ну, Хануки только о чудесах. Чтобы проиллюстрировать силу Торы, расскажу маленькое чудесное происшествие, которое описал Раби Гаон Шимон Шкоп, который приехал, это один из отец глав Ешив последнего поколения. Один из его учеников, который жил в Америке, стал большим богачом. Построил себе роскошный дом, несколько этажей, там вложил огромные деньги. Это здание считалось одной из самых роскошных во всем районе в Америке. И вот, когда это здание уже было полностью построено, вдруг происходит катастрофа, приходит женщина и говорит: у меня документ есть маленький, тоже у меня кусочек, доля в этом участке, на котором вы построили дом. А поскольку нет согласия, вот мой адвокат, я требую разрушить здание. Ну, он вообще поразился этому известию. Оно разрушало все его планы. Он предложил женщине компенсацию, даже большую, чем доля. Она сказала: нет, ни категорически, ничего. Она богаче его и не хочет рассказывать. Женщина упорно стояла на своем. Он в тяжелейшем душевном расстройстве, ибо разрушение здания связано было не только с большими денежными потерями, но и с огромным внутренним огорчением. Он вложил в него душу. Через несколько дней он узнал, что его раввин, рав Шимон, приехал с визитом в Америку. Он пошел к раву и рассказал о своей беде. Рав Шкопск выслушал его, сказал своему ученику: я дам тебе хороший совет. Делай, как я тебе скажу, и все будет хорошо. Святой поможет тебе наверху. Иди в свою синагогу, купи, когда будут вызывать Торы, поднятие свитков Торы. И в момент, когда ты будешь поднимать свиток Торы, внимательно смотри в буквы, написанные на пергаменте. Богач решил так и сделать. Купил поднятие Торы, подошел, смотрит свитки, смотрит буквы. И ровно через 2 часа подходит женщина, приходит к нему и говорит, что ее решение разрушить здание неподобающее. Она готова получить компенсацию и закончить на этом дело. После того, как все завершилось миром, он избавился от большой беды и попросил, пошел к раву Шимону спросить о смысле данного совета. И тот сказал ему: написано в книге Макен Авраам, когда исполняют заповедь поднятия в синагоге свит Торы, надо поближе рассмотреть буквы, ибо через них спускается на человека огромный свет. Мое намерение, сказал рав, заключалось в том, что когда ты посмотришь на буквы со своим разбитым сердцем и удрученным состоянием, в котором ты пребываешь, то большой свет букв удалит из тебя темноту, и тогда, само собой, с удалением темноты исчезнет проблема. Вдумайтесь, какие потрясающие тайны, какие слова нам сказали сейчас. Когда ты удаляешь темноту из себя внутри, исчезают очень многие проблемы. Когда мы пытаемся решить какую-то задачу, какую-то сложность, какие-то возникшие трудности, в первую очередь надо попытаться изменить немножко себя, чуть-чуть изменить свое духовное положение, и тогда это духовное положение измененное меняется сразу на то, что происходит в мире. Сделай что-нибудь. Почему все люди просят? Хочу это, хочу это. А что ты сделал? Что ты сделал, чтобы осветить этот мир? Что ты сделал, чтобы немножечко стало на улице, в доме, в городе, в семье светлее? Что ты сделал? В тебе огромные силы, в любом человеке громадные силы. Кто-то их задушил, кому-то не удалось их, так сказать, действительно реализовать. Но на самом деле человек невероятно сильное, невероятно могущественное существо, которое благодаря слиянию с духовностью может изменить все на земле. Для чего я рассказал эту короткую историю? Это сейчас не у всех все хорошо, к сожалению. Несмотря даже на праздник, очень много, вот я смотрю, и обращаются много людей, и просят помолиться, и больных. Да, мы сегодня в такой ситуации. Но если мы удалим темноту из себя, полностью поменяется ситуация в мире. Поэтому давайте посвятим оставшиеся дни Хануки возможности чуть-чуть осветить мир. Зажгем не только одну свечку, но и внутри себя зажгем маленькую-маленькую свечечку, которая изгонит темноту изнутри и изменит нашу ситуацию снаружи. Браха ва ацлаха, всего самого-самого лучшего.